Ну, сейчас Ластовая. Ну, сейчас, да, Ластовая. Сюда, предатель, сюда! А, это Мира. Так, Дюрем, Некрон. Блин, ну на ней вообще сложно играть. Есть тут кем поживиться? С богом. Он этого не видел? В офисе труп бирюзового. Выводите Алекса, выводите Алекса, выводите Алекса, потому что не в офисе труп, а я забегаю в электрику, стоит Алекс и прожимает репорт при включенном свете. Это кто сейчас говорит? Я говорю сейчас. До свидания, блядь. Я нахуй эту карту не знаю. Я только захожу, репорчу. Я вижу, у меня сверху офис, электричество, всякая хуйня написана. Я второй раз в жизни играю на этой карте, блядь. Душит он меня. Змея своего по душе. Это не я. Да. Манда на провода. Это не я. Алекс, а ты видел, как он заходит? Да, он ко мне в спину заходил. Да. И ты такой, хопа, реп. Ну я как увидел репорт, я сразу же нажал кнопку. Да, просто, только ты почему-то стоял, а потом провал. Влад, отстань от меня, будешь меня душить, я тебя сам задушу. Кажется, это пампарам. Пампарам. В конце катки его посмотришь, какой у меня цвет был в итоге. А в кого кидать-то? Пик скип. А скип? Я что-то пропустила просто. В смысле, человек на трупе стоит. Вы чё? Вы чё, блядь? Ладно. Это на твоей... Что-то как-то а вы побольше слушайте Влада, который хуйню нести любит. Спасибо. Тихо, тихо, не гори. Так, хана, что с твоим... Блин, так. Дин, иди сюда. Дин. Блин, зачем я Влада убила? Плохая идея. Влад, Влад, что с ебалом, Влад? Нормально все, Влад? Алекс, Алекс, погодите, что ты плачешь? Самая легкая игра за троих. Я плачу, ты видишь мои слезы или что? Это по таймеру? Я вижу, как у тебя горит очко. Нет, смотри, ты говоришь то, что я захожу, он стоит на трупе и репортит. А что мне надо было, танцевать на нем, блядь? Естественно, я буду на трупе стоять и репортить его, блядь, если я его вижу. Я его убил в самом начале, только... и все дракона жали. Я не знаю, почему ты стоишь и не сразу репортишь. Я сразу зарепортил, как увидел кнопку репорта, блядь. Блядь, ну значит, ты долго ее видишь, потому что издалека труп был виден. Даже с моего вижу. Отстань.